Здравствуй, Павел. Да, здравствуйте. Поздравляю тебя с успешным выступлением на первенстве Европы, которое прошло буквально недавно, да, почти ну, около месяца назад. Это твой первый успех на таком достаточно большом уровне, да, все-таки вот. Ты был чемпионом России по юношам, потом у тебя был некоторый спад, ну, как бы твое отсутствие в дзюдо. Скажи, пожалуйста, ну, для зрителей, как бы куда ты пропал или что, какие у тебя сейчас, ну, до вот этого чемпионата Европы, какие, где ты сейчас учишься, тренируешься? Да, сейчас тренируюсь у Михаила Анатольевича Рахмина. А тогда то, что пропал, ну, как была травма. То есть я на сборах травмировался, пришлось долгое время восстанавливаться, ну, готовиться, дать спокойствие, чтобы восстановилась травма. Тогда начал ну, приступать к тяжелой упорной работе. И на фоне этого появился такой результат. Ты сейчас сказал, что тренируешься у тренера Рахлина, да? Да. Михаила Анатольевича. Это в Санкт-Петербурге, да. Получается? Ты учишься там? Ну, учусь в университете МВД России. Второй курс. То есть с утра я в учебе, вечером тренировки. Как тебе, ну, ты переехал из своего клуба, да, Мурманская область, правильно? Да, с Архангельской. С Архангельской области. Ощутимо, ты тренировался у своего отца. Да. Какие положительные моменты, допустим, в тренировках сейчас в Санкт-Петербурге? Что отличие, есть ли какое-то вот для тебя? Ну, в Санкт-Петербурге есть с кем работать, есть на кого равняться. То есть совсем другая борьба уже, мужская идет. Там в Архангельске особо не с кем работать. То есть, в Архангельске ты в основном занимался техникой изучением, да. А здесь у тебя больше идет именно наработка уже того багажа, который... Опыт, который мы получаем на соревнованиях, то есть мы катаемся. Раньше все время за свой счет выезжали на соревнования. То есть... А сейчас за счет клуба выезжаем в страны. Ты сейчас, получается, уже вот второй год ты в Петербурге тренируешься. Да. То есть ты ощутил, что у тебя положительно идет, да, как бы динамика. Да. Чемпионат Европы, который вот недавно прошел, насколько он тебе дался, трудно эмоционально или физически, или достаточно легко? Нет, точно не легко. На каждую схватку настраивался, уверенно. Все делал свое дело, то, что я нарабатывал. Выходил, свою работу выполнял, и на фоне этого возник результат. Сейчас предстоит первенство мира, буквально осталась там неделя, да, чуть. Да. В связи с этим, скорее всего, уже будет гораздо сложнее даже с теми соперниками, которые у тебя были даже на первенстве Европы. Сейчас основная твоя подготовка идет в каком русле? Больше ментальное, психологическое или ты как бы физически сейчас как-то... Нет, психологически надо уже более к соревнованиям постараться. То есть уже перед соревнованием нужно психологически постараться. Сейчас так больше на тактике нужно поработать. То есть грамотно, нигде не ошибиться, нигде не пропустить атаку. Техника уже наработана. Физики уже особо не надо, чтобы... Да, больше на тактике будет сейчас работать. На скорости. Изменил ли ты какие-то особенности своей техники вот за вот этот месяц между первенством Европы и мира? Есть новое. Есть то, что я до этого работал. Ну, в зависимости от правил сейчас, где надо по тактике прибавить, где вот прибавить броска. Вот так. Спасибо большое, Павел. Успехов тебе в дальнейшем дзюдо. И надеемся еще встретиться с тобой на татами. Все, спасибо.